Такишин Денис Владимирович призвался в 1994 в запас в 1996 году. Род войск – ракетные войска стратегического назначения. Мы их называли войной, полевые учения, выходы на 2-3 дня. Ну, максимум у нас была неделя, было тяжело. Каждый раз было тяжело. Всякое было вкусно. Вкусно всякое было. Потому что есть хотелось невозможно. Очень хотелось есть. Был холодный автомат в руках. Была шинель, мне было холодно, шапка, мне было очень холодно, у меня никакого трепета не было, нет, и ни от слов прочитанных присяги, ни от чего не было. Самый смешной момент, когда мне пришлось сидеть на губе неделю, это за то, что в 96-м году проходил чемпионат Европы по футболу, я был в этот день в наряде, помощником дежурного по части, и в расположении второй батареи я смотрел телевизор в неуставное время, после отбоя. Друг грузин по национальности. Мы служили с ним вместе 2 года, и мы до сих пор с ним дружим. Это самые приятные воспоминания. Ходил в секретную часть, чтобы мне поставили печать о демобилизации. И когда я вернулся в батарею к нам, в роту, я вот буквально видел этого парня, большого, грузина, могучего, крепкого парня. Он, кстати, кандидат в мастер спорта по борьбе. Слезы. От того, что сейчас придется прощаться, это очень сильное впечатление. Очень сильное. Пошел бы, если бы родину призвала. Пошел бы и сына туда отправляю, насильно уже. Потому что армия чрезвычайно дисциплинирует человека. Чрезвычайно. И это не пустой звук, когда люди говорят, что армия делает из мальчика мужчину. И всегда 23 февраля я говорю неизменно одно и то же. Главное, чтобы нам не пришлось больше никогда одеть форму.